По прогнозам, в начале этой недели ожидается потепление. Хотя потеплением это сложно назвать, ведь плюсовых температур пока ждать не стоит, но все же до нуля воздух прогреется. Какой точно будет погода завтра, покажет только время, а сегодня прогноз на ближайшие сутки 18 марта. Итак, в Магнитогорске в понедельник ночью и рано утром минус 8, минус 5 градусов и ясно. Ближе к полудню потеплеет до 0 градусов, а вечером 0, минус 2. В Белорецке и Абзаково по прогнозам минус 9 ночью, днем до 4 градусов мороза и пасмурно. К вечеру прояснение и, возможно, солнце даже. Ну а сейчас погода от народа. В соседнем Сибае ночью минус 8, днем здесь потеплее до 1 градуса со знаком минус и возможен снег во второй половине дня. В Челябинске минус 9 ночью и рано утром, днем здесь до 4 мороза, но ясное солнце и без осадков. На этом у меня все. И по традиции на понедельник я всегда желаю вам легкого и удачного дня. Увидимся завтра.